Готовься, готовься, готовься. Давай, 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 давай. Готовься, нахуй, сейчас будет пизда. Приветствую тебя, мой милый друг. Добро пожаловать на это видео. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, подписаться на Телеграм, если какой-то контент интересует помимо Доты. Мы начинаем. Приятного просмотра. Один из сильнейших саппортов — это Варлок. В данной игре мы будем играть на нем. Линию с нами стоит Легион. Против нас сыграет Течес с Урсой. Я стараюсь пробивать Течеса как можно больше. Также и Урсу стараюсь пробивать. Это выйдет нам на руку. Выбивать ресурсы. Не подпускать их к рипам. Но медвежонка это не особо устраивает. И они решают напасть на нас вместе с Течесом. Да, там по лоу просто осталось все. Все же нам немножко не хватило урона, чтобы добить противников, но если бы попал бы санстрайк, то он бы точно добил. Тут Легион решает вести на себя пачку и закуситься на лотусе с Урсой. То я, собственно, не особо ожидал. Ой-ой-ой, бегу, 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 бегу. Догоню. Мне показалось, что оставить Урсу без крипов — это будет самое лучшее решение, но Легион на этом не остановился, он решил пойти давить в Течеса. Имея больше уровень и фарма с линии, Легион решает сделать такой ноу-хау, который приведет линию в равновесие. Ох, что ты делаешь? Какую же хуйню ты на лиге сделал, конечно. Суициднулся в крипов, блядь. Наконец-то он попал. После определенных стратегических действий Легиона, он решает реабилитироваться и доказать этому косолапому вселегой, что он настоящий римский гвардеец. А нет, постойте, кажется, звание гвардейца он потеряет сейчас. Я ему хилку дал. Я хилку дал Легия. Дальше стиснув зубы, мы все же думаем, кто же с нами стоит, гвардеец или собачьи фекалии, но этот момент он даже предупредил всех подготовиться. Готовься, готовься, готовься. Давай, 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 давай. После потрясающего открытия для врагов, что Легион у нас, ну, полный ботинок, Течес, который держал ненависть всю игру, потому что я его держал без хп практически весь лайн, решает отомстить мне за все и напасть на меня соло. Тут Урса идет еще. Башня противника разрушена. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Он умрет. Легион на этом не остановился, он вернулся на свой лайн. Урса уже был не такой зажатый медвежонок, он чувствовал себя превосходно, активно, а Легион пытался задавить его интеллектом и уровнем игры. Сейчас он меня сожрет, нахуй. Какой же ты хуйню делаешь на лиге? Да я бы сейчас выиграл дуэль. Весело. Враги все-таки чувствуют свою силу и превосходство и решают напасть на нас. Но мы к этому бою были готовы. Можно, можно. Поехали, поехали, подстан, подстан, подстан. Я подхилю тебя на лиге. Хорош навык. Нормально все сделал, ёпта, пойдет. После сильных заявлений Легиона, то как он солил на топе файт, я переместился на мид и увидел некроманта, под которого как раз колет инвокер. Можем, можем.
Конечно. Могу големы обронить, если подцепишь. Ладно, я роняю. Холодно. Не выйдут. Почему-то нам в голову пришла мысль все-таки попытаться сломать или подраться за Т2 в топе противника. Я поставил хороший вар для того, чтобы мы их видели, нестандартный. Смотри, здесь Лина на мне. Лина. Вот. Я готов. Но она на очке. Она на полном очке. Она ушла забить. Вот. Вот герой. Сейчас будет пизда. Да не, давайте не так далеко. Давайте ближе лить. Почти догорели, кстати. Догорели. Там толпа бежит за мной. Стоит с инвокером в топе, толкая линию, я замечаю Урсу, но у него были свои планы. На Урсе идет на меня. Хотят меня ебать. Да. Нормально. После своей нелепой смерти я решаю лететь на бот. Тут еще один герой. Я сейчас прилечу к вам. Можете убивать. Ох, ебать, у меня голем есть. Если еще я дам. Разбуди. Давай, убивай. Давай. Когда кнопки? Понял. Надо что-то залить, башить, если есть что-то будет круто. После не совсем удачного файта в боте, мы оказываемся на топе во вражеском лесу, дабы подловить здесь какого-нибудь игрока, но оказывается здесь нас встречает вся команда. Пацаны, я заебал. Там всех, ёпта, вы чё? Может, у тебя есть прокат какой-нибудь, нет? Да. Я могу въебать что-нибудь туда. Сука, когда хорош. Беги, он не догонит. А, БКБ догонит. Тут вопросов нет. У меня глиммер, если чё, подойди на выкере. Нет, сильно. У тебя сзади Лина, если чё. Хилю тебя. Голем есть, уроню голема. Бля, больше нет ничего. Мы все-таки решили забрать Рошана, сыграть как нормальная команда и пойти драться за тауэр. Я ускоряю, можно бить просто. Просто бить. Далеко, я не могу туда подойти. Там все умирают люди. Под моим замедлением нам удалось снести тауэр и забрать один барак, после чего мы приняли решение отойти. У нас умирает инвокер, а враги решают задайвить в наш лес, где я подставляю своего кора и не вывожу его из контроля. Герой здесь. Что, будем принимать? У меня голем есть. Спейс. Да. Делает. Тем временем мы все резнулись, и моя команда решила пушить топ, а я тем временем снимал вражеские варды на хосте, но при этом понимал, что я всегда могу прибежать вовремя к команде. Но тролль решил, что у него есть свой план, и он его реализует. Выйди далеко на тролле ты. Далеко. Не могу туда зайти, я не зайду.
Че без аеги, да, все. Я сдам голема. Хотя, лучше не знаю. Миньора. Они убили големов. Мы проваливаем этот файт до наступления следующего, который свершился на Рошане. Я замечаю, как Урса бежит к Рошану, и я жадничаю своими големами, чтобы его убить, и происходит это. Смотри, Рошан идет бить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давайте. Рошанчик. Рошана все-таки мы забираем, а тролль остался капец как недоволен тем, что он словил все баши в лицо. Удача стояла не на его стороне. А мы тем временем отправились без тролля пушить по топу. Че, сломаем под големами? Или рефрешер подождем, мне 300 голд? Ты не попал на людей, кто понял? Бля, куда? Верхние казармы противника разрушены. После не самой удачной реализации Аегиса мы встретили противника в его же тройке, а противник был готов дать нам отпор. И это привело к длинному файту. Урса летит. 3 секунды до голема. Я сброшу. Она не хватает на еще 2 голема. Он запотел, но его Киргалема добил. Неожиданные драки за респект так и не прекращали заканчиваться, поэтому продолжение драки в миду за респект. Я иду. Инвокер есть еще? У меня голем будет. У меня все будет, тролль, дерись. Конечно. Нет кнопок. Подвытечь надо. Битва за респект когда-то кончается. Мы забираем Рошана и идем в хайграунд противнику. Но и здесь что-то идет не так. Ой-ой-ой. У меня есть големы.
А вы все сдохли? После того, как противники отбились от нас на своей базе, они решили сломать нам мид. Но Легион решил показать, что он не терпило. Поистине, как с самого начала игры, без байбека, прыгнуть в пятерых. А драку нам останется принимать вчетвером. Вот это, кстати, нормально было. Выжил? Выжил. Можно сейчас убить будет. Помогите им. Ваша центральная башня разрушена. Ваша центральная башня разрушена. Победили силы тьмы. 50 тысяч урса, 50 тысяч мидер, 50 тысяч, 65 тысяч некромант. 50 тысяч я... 57 тысяч он и 29 тысяч Мейпора. Не каждая игра оканчивается победой, как бы вы ни играли. Не спасибо всем, кто смотрел. Приятного вам было просмотра. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.